бутылки подбирали. Штекер сделан. Вот он. Так, сделал, что хотел. Так, камеру включил, карту поменял. Что еще я хотел? Дребезжание, надеюсь, устранил. Ну и все. Отъеду немножко. Посмотрю. Камера пишет. Что еще? Вроде все. Здесь, по-моему, тот раз дорога была вообще плохая. И вот они меня, когда хотел объехать гаишника, я рассказывал сегодня утром. По-моему, в этом месте запись идет и там, и там. Заднюю пока отключу.
по-старому. Пока. Режим записи. Так. Не знаю, удалось убрать дребезжание или нет. Долго покажет. Ты ж меня обгонял, дружище, с бешеной скоростью. Новая карта памяти. Опять забыл, блин, включить
звуковые подсказки. Расход 64, средняя скорость 810 километров до запас хода 810 километров. Еще раз остановлюсь, спешить некуда, 3,5 часа. До предполагаемой точки ночевки. Но я думаю, уже в районе надо будет искать заранее. Сейчас пока город обозначен Данилов. Может быть, в Вологде. Но в Вологде я был уже многократно. Это место, где сейчас останавливался, менял карту. Я об этом месте утром рассказывал уже, когда после старта, повторю, напомню. Двигался я по этому маршруту и бензин уже был, надо было заправиться. Смотрю, Лукойловская заправка, но дорога была там вообще тогда разбитая, хлам, колдобины, ямы. Это
только сейчас оно в таком хорошем и очень хорошем состоянии. А тогда после дождя ехал, смотрю, стоят гаишники прямо вот на этом месте. Мужик один стоял. Значит, перед ним лужа от дождя. За спиной у него обочина. Заехать было на заправку, заправиться. Я еду и не знаю, что делать. Вот. В лужу заехать, его обрызгать. По обочине проехать. Ну, вот такое вот метание. Туда-туда-туда-туда. Подъезжаю ближе, он поднимает палку, останавливает. Подходит. Первый разговор начинаю я. Документы показать? Он говорит. Я спрашивал про документы. В трубку дыхнуть? Он. А я что, предлагал этот тест пройти? Я что тогда остановил-то? Странно едете. Ну как странно, говорю, вот я объяснил ситуацию. Говорю, проеду по лужу, обрызгаю с ног до головы. Проеду по обочине тоже. А мне на заправку надо. Ничего не сказал. Пожелал счастливого пути. И вот сейчас подъезжаю, опять то же место, но дорога уже совсем другая. Совсем. Заправка уже тоже была лукойловская, но это мало, наверное, что изменилось. Он еще заехал на заправку, заправился. Мужик один стоит. А что он тебя останавливал? Я ему рассказал ситуацию. Он говорит, нужно было по луже проехать, с ног до головы обрызгать. На самом деле он выбрал такое неудачное место, блин. Может, садомазохист какой-нибудь. Я в Вологде был проездом. И когда разместил видео, не помню, наверное, маршрут был Мурманск, Москва, ну, в плейлисте можно посмотреть. Вот. Приходит комментарий, один человек написал из Америки, женился на русской девочке, девушке. Привез ее в Америку. Но у нее эта ностальгия, тоска по родине. Но нельзя сравнить Америку с Россией, даже в бытовом плане, в сельскохозяйственном. Вот. Все-таки родина ее здесь. Она говорит, всегда говорит, когда смотрит ваши видео, она плачет. Я сказал, что есть видео, где я проезжаю на поезде через Вологду. Вот. Ну вот это факт. Он поблагодарил, спасибо за видео, спасибо за такую информацию. Давно уже не были в России, живем в Америке. И вот ее постоянно тянет домой, постоянно домой. Ну, тоска на Сергея, конечно, это трудно объяснить. Смотрит видео, вспоминает родные места. Говорит, как все изменилось, как все стало по-другому.
уехали, наверное, она уехала, наверное, в конце 90-х или, может быть, в начале 2000-х, а видео было уже, по-моему, в 2015-го, что ли, года. Сейчас уже не помню точно. Конечно, с тех пор произошли большие изменения. Вот по прежней памяти могу сказать, когда я вот гаишника чуть не обрызгал, проезжал Вологду, дороги были ужасные. Сам город не заезжал, а там по окраине проехал. Это было просто смерть. Смерть фашистским оккупантам. Вот, и колдобины, и ротвины, и вообще, а если еще после дождя эти лужи там все, ямы с водой, кошмар. Ну вот, сейчас, дай бог, посмотрим и сравним, как было, как стало. Одно из моих первых видео было видео Владивосток Москва. Вот. Когда проезжал по трассе Амур, шло строительство только. А вообще мороз по коже, когда смотришь на это видео. Это вот уже история, это было. И то, что стало сейчас. Если сам Владимир Владимирович проезжал. Но он проверял, правильно делал. Проехать по трассе Амур одно удовольствие. Интенсивность движения слабая, дорога ровная. Почему бы не ехать, не радоваться? Еще бы Владимиру Владимировичу съездить в Якутск или в Магадан по трассе Лена, по трассе Колыма. Я думаю, быстро бы построили дорогу Лену и Колыму, и мост через Лену сделали бы. Сейчас моста нет, там паромная переправа. И мост через реку Албан. Край, говорю, потрясающей красоты. Вот. Невозможно, например, сравнивать Карелию и Якутию. Они разные, но они настолько красивые, что это нужно только видеть. И горы, и пути, и перевалы все эти, и природу. Такое, блин, на стекло отвлекаюсь. Очень мягкий руль у Шкоды, очень мягкий. Вот у Форда там руль жесткий. Но там тут та система управления, она как бы по мне, для меня. А то чихнуло и уже смотришь, машины летят куда-то. Автомобили такого класса, вот, это для женщин.
слева поставил оценку 4 с плюсом. С плюсом это очень хорошее, но не отличное. Ну а почему не отличное? Ну, во-первых, обочины очень узкие, очень мало, очень плохая инфраструктура. Ну и полотно местами нужно уже доводить до ума. Есть площадки, но они очень маленькие. Например, остановиться на ночь, переночевать, ну, тут будет проблематично, во-первых. И шум от дороги слишком близко от проезжающих машин. Территория хорошо, что она заасфальтирована. Вот. Площадь маленькая. Ну и, скажем так, хотя бы беседки там какие-то, скамеечки поставить. В этом плане выгодно отличается вот коммерческие, как говорят, платные дороги. Там, если делают какой-то вот пятачок для отдыха, в большинстве случаев, там и мусорные ящики, и скамейки, и грибки, ну, от дождика. Не во многих, а на некоторых. Потому что люди едут, не просто едут, они едут и отдыхают. Проехали там 100, ну не 100, там 200-300 километров. Остановились, пожарили шашлыки там, отдохнули, часик-два посидели. Дальше. Я имею в виду трассу дома. Обогнал, и ну чё ж ты, дружище, сам факт, что обогнал, оставляешь притормаживать. Обогнал уже, двигайся с такой скоростью, чтобы не сидеть у меня на капоте. Я быстрее все равно не поеду.
6 километров. Полотно уже где произносилось прошлый ремонтный строй уже протерся. Вон какие пугающие тучи. Показывает VG 50%. Слабо медленно двигающийся транспорт можно обгонять не сплошной по встречке. Видео смотрят до такой степени, до каждого миллиметра прям прибираются. Вон там нарушил, вон там не так. Я не могу назвать себя образцовым водителем. Thank you.
видно, как вода скапливается на нее. Куплю ириски на заправке. Называется Барбарис. Сейчас проверим. Барбарис это. Вот граб пошел. Более-менее крупный град может лобовое стекло разбить на скорости.
машину помыл дождик. Спасибо им за это.